По России ударил компьютерный вирус, разработанный западными спецслужбами, заявляют представители крупной компании по производству антивирусных программ. Пишет об этом издание Financial Times. Вредоносный софт под именем Regen называют из ряда вон выходящим в области взлома. По оценке экспертов, он напоминает усовершенствованную систему вируса Stuxnet, который был разработан американскими и израильскими спецслужбами. В 2010-м он сумел подорвать ядерную программу Ирана. Regen позволяет прослушивать разговоры клиентов крупных мобильных операторов, а также просматривать электронную почту на серверах компании Microsoft. Как именно происходит заражение, пока не ясно. Эксперты говорят, что сверхновое компьютерное оружие применили против интернет-провайдеров и телекоммуникационных компаний России, Саудовской Аравии, Мексики, Ирландии и Ирана.